10 сирот Каякенского района получили ключи от квартир. Торжественное вручение состоялось в администрации района. Новоселов поздравил глава муниципалитета Магомед Эльдерханов и торжественно вручил ключи, пожелав счастливой и благополучной жизни, создания крепких семей, успехов на выбранном жизненном пути и реализации всех намеченных планов. Если мы можем чем-то помочь, мы всегда рядом. Еще раз я вас поздравляю и желаю благополучия.